8 января курс криптовалюты биткоин вырос с 8080 долларов до 8400 долларов за 40 минут и достиг максимального показателя за 2020 год – 8438 долларов. По мнению журналистов CoinDesk, подорожание актива произошло вследствие обострения политической ситуации на Ближнем Востоке. 7 января иранский корпус стражи исламской революции КСИР нанес ракетный удар по американской военной базе Айн-Аль-Асад, расположенной на западе Ирака. Члены КСИР заявили, что атака является акцией возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани по приказу Дональда Трампа. Глава торговой компании Digital Asset Capital Management Джошуа Грин сообщил, что инвесторы обеспокоены конфликтом США с Ираном и поэтому переводят сбережения в виртуальную валюту. За последние сутки промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,42%, а S&P 500 сократился на 0,28%. Однако цена на нефть повысилась на 4,3%, а золото подорожало на 2,19%. По мнению Грина, финансисты опасаются падения курса акций американских проспект. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.